как я работаю, то возводите. Ну вот почему я пол там Это мое рабочее место, прежде всего. Нет, смысл такой, что я с продавцом разговаривал, она не понимает просто, я ей объясняю, да, ты так делаешь. Она не понимает, она стоит там, что-то хранит. Вот пусть он с ней поговорит, я говорю, я сейчас занесу до хозяина, говорю. Говорю, ему это не понравится. Она говорит, что я там не валяю. А, вот пусть он просто с ней, все, все, давай. Заберите еще раз. Я вам могу заплатить. Лёшка, закрыто, не работает. Всё, не работает. Закрыто! Всё, не работает. Молодой человек, вы спасибо, что позволяете, это моё рабочее место. Что? О, ничего. А у вас и только на сердце. Какой же это? Вон у нас уголок, подведите, я, пожалуйста, смотрите все документы. Хозяин, позвони. Они едут. Они мне доложили, что они едут. Что я могу еще сделать? Побежать за ними? Вот это вот эти, ну, кто же еще поедет? На ДПР. Начальству все вопросы. Ну, естественно, кого-то нет. Нет, конечно. Нам это нет.